Доброго времени суток всем любителям животного мира! В этом видео я бы хотела поделиться новостями с Байкала, с острова Ольхон. У Александра Михайловича появились новые подопечные. Знакомьтесь, просто Галя. Ну вот, Галка прилетела. Покушать тоже захотела, видимо. Шибко голодная, похоже. Кушай, кушай, давай, кушай. Молодец, кушай. Сейчас еще дам, сейчас. На тебе еще, да. Кушай. Давай, молодец. О, кушай, давай. Кушай. Молодец. О, это хорошо. Понятно, кушать хочется, чё ж, конечно. Чат там еще. Ну ладно, грибы я домою, подожди, потом с тобой разберусь. Давай. Галя оказалась девушкой неробкого десятка и стал захаживать в гости к Александру Михайловичу почаще. У лисьего семейства все отлично. Регулярно приходят на ужин, иногда по одному, а иногда вместе. Азор, иди кушай вон там тоже. Иди. Иди второй к чашке кушай. Молодец, давай кушай. Кушай, кушай, давай. Кушайте, кушайте. Молодцы. Вдвоем пришли. И, конечно же, не обходится дело без фотосессии. Рада и Азор активно готовятся к зиме, поэтому их шубки стали еще более красивыми и пушистыми. Просто очарование! Детишки подросли, забот стало меньше, поэтому очень часто гости приходят просто пообщаться с Александром Михайловичем и искренне его ждут. Бывает так, что Александр Михайлович занят, ведь у него полно своих дел. Но эти рыжие мордочки не могут оставить равнодушным. Поэтому приходится иногда вставать по ночам для того, чтобы просто пообщаться с друзьями. На то она и дружба. В принципе, это все новости. А более подробно о подопечных Александра Михайловича вы можете узнать на его странице в Одноклассниках. Ссылка будет в описании. А на этом все. Любите и берегите природу. А я с вами прощаюсь. До встречи в следующих видео. Спасибо за просмотр и до свидания. И пока-пока.